Рязани открылась фотовыставка «Уездный город». Ее автор – известный рязанский фотограф, член Союза фотохудожников России, преподаватель курса фотографии в Рязанском художественном училище Владимир Кованов. Экспозиция разместилась в Центральной городской библиотеке имени Есенина. По словам Владимира, снимки накапливались в течение 10 лет. Все пейзажи и жанровые сцены сняты случайно, как говорится, мимоходом, поэтому у названия выставки есть подзаголовок «Мимолетные впечатления». Нечасто профессиональные фотографы жалуют своим вниманием провинцию, объясняя это тем, что снимать там нечего. Владимир Кованов это мнение не разделяет. Дело-то не в том, где ты снимаешь, что ты снимаешь. Весь вопрос, с какими мыслями и с какой головой. Поэтому место, оно вообще не принципиальное. Рязанские села и деревни предстают в работах мастера в неожиданных ракурсах. В этих образах и грусть, и ирония, и искренняя симпатия к людям, которым удается не терять оптимизм в довольно нелегких жизненных условиях. Российские просторы бескрайние, а села и деревни обезлюдели. Весь их нехитрый быт ужался до таких размеров, что напоминает причудливый коммунальный дом. Под одной крышей разместились магазин, продукты, ритуальное агентство, товары для малышей, тысячи мелочей для дома. И продавщица часто одна на всех, и покупателям спешить некуда. На скудные пенсии не разгуляешься. Там все. Там и безнадега, там и оптимизм, бьющий через край, но там и абсурд, там и разум, там все. Но для меня все это слито воедино, и, в общем-то, любая провинция, вот этот уездный городок, поселок, там, деревня, неважно что, это символ стойкости. Потому что сколько катком не проезжали по этим людям, а они, несмотря ни на что, еще и живы и чего-то делают. Поздравить Владимира Кованова с открытием очередной персональной выставки пришли его многочисленные друзья, коллеги, сотрудники музеев и творческих организаций города. Как профессионал и как остро чувствующий художник, здесь все вместе. Фактура, цвет, черно-белые потрясающие, конечно, вещи. Я поздравляю тебя, спасибо тебе за выставку, надеюсь, что прийти-то есть. Еще в 2014 году я увидел у Владимира Владимировича вот эту серию фотографий «Уездный город». И вот этот вот сборник его фотографий, которые привлекли мое внимание. Эти фотографии, они олицетворяют скорее душу нашей Родины. По образованию Владимир Кованов – учитель химии, но 20 лет назад принял решение расстаться со школьной педагогикой и посвятить себя фотографии. В своем выборе ни разу не разочаровался. Любимое дело ведет его по жизни, помогая преодолевать нелегкие испытания. Понимаешь, что значит счастье? Счастье – это такая вещь, оно бывает, потом уходит, потом опять приходит, то есть это не постоянное. А то, что, в общем-то, я думаю, получилось, может быть, не на все 100%, как там хотелось, мечталось и так далее. Ну, в общем-то, я бы сказал так, мне грех жаловаться. То есть в большей степени я свою такую мечту, скажем так, юношескую, осуществил. Выставка «Уездный город» продлится до конца апреля. Дмитрий Соколов, РВ ТВ.